Делегация Одинцовского района посетила город-герой Минск. Здесь была поставлена точка в масштабном проекте «Эстафета «Салют Победе» 2016». Напомню, что в прошлом году представители поселений нашего района посещали Брест. Именно там, на белорусской земле, началась самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны и всего человечества. На этот раз гостей принимала столица республики и ее окрестности. Музей истории Великой Отечественной войны, печально известная деревня Хатынь, которую дотла сожгли фашисты, курган славы с памятником воинам-освободителя Минска. Это далеко не полный список мест, которым отдали дань памяти участники поездки. Никого не оставило равнодушным и посещение средневековых замков Несвежского и Мирского. Оба они принадлежали Радзивиллам, богатейшему роду княжества Литовского. Спецрепортаж Анны Макаровой о поездке делегации Одинцовского района в Беларусь. Смотрите в ближайших выпусках новостей.